В Узбекистане отмечают День государственного флага. Где и как его можно использовать? Закон о государственном флаге Республики Узбекистан был принят 18 ноября 1991 года. Он закрепляет, что национальный флаг является символом государственного суверенитета. Сегодня в Узбекистане отмечают день принятия государственного флага. Когда и как можно использовать флаг? Основное. В общественных местах, зданиях, местах жительства, работы, в салоне транспорта, на спортивных соревнованиях, торжественных мероприятиях и в других случаях, на спортивной одежде, к международным соревнованиям и чемпионатам Узбекистана. В каких случаях не допускается использование государственного флага? Основное. В неподобающем виде, разорванном, грязном, дырявом, выцветшем и другие. Стелить или наносить изображение флага на столы, кресла, стулья, иные места, куда садятся или под ноги. Использовать в качестве одежды, носового платка или постельного белья. Изображение флага на предметах разового использования с последующим выбрасыванием. Использовать флаг в нарушение правил поведения в обществе. О том, какие ограничения в использовании госфлага, есть вот видео. Ну, я показывать видео не буду. Кому надо, кому интересно, посмотрит.